Слушаем фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Рядом с византийским Херсоном. Как уже говорилось, большинство коренных обитателей Крыма, смешанных скифских и сармато-аланских племен, входивших в позднескифское государство к концу V века, ушло в малодоступные места юго-западного предгорья и постепенно слилось с таврскими племенами. В дальнейшем этот этнический сплав и составил основу местного средневекового населения. Позднее в него влились менее значительные группы проникавших сюда народов. Вначале греки, много позднее хазары и другие тюркоязычные племена. Это подтверждают данные раскопок раннесредневековых могильников Крыма. Многочисленные остатки селищ, развалины крепостей и городов свидетельствуют о былой активной экономической, политической и культурной деятельности обитателей юго-западного предгорья. Особенно яркими памятниками этого времени являются так называемые пещерные города. Посещение последних принадлежит к числу наиболее интересных путешествий по средневековому Крыму. Коломита – Инкерманская крепость. Стены и башни этой крепости хорошо видны от Инкерманской пристани Северной бухты Севастополя. Судя по археологическим данным, она возникла в VI веке, но сведений о ней в письменных источниках того времени нет. В XIV-XV веках Коломита была обозначена на генуэзских морских картах. В 1427 году она была перестроена мангубским князем Алексеем и стала охранять торговый порт Феодоритов в устье реки Черной. В 1433 году Коломита послужила опорным пунктом при захвате мангубским князем генуэзской крепости Чимбало. В следующем году она была разорена генуэзцами, но вскоре вновь отстроена. В 1475 году Коломиту взяли турки, назвавшие ее Инкерманом. Они владели крепостью до XVIII века. Археологически Коломита изучалась мало. До Великой Отечественной войны на ее территории были раскопаны остатки христианского храма, а в 1950 году обнаружены ранние ворота крепости, датируемые VI веком, к которой подводит вырубленный в скале ров, игравший роль перебола. Перебол – это пространство между основной и дополнительной внешней оборонительными стенами. Большинство сохранившихся стен и башен крепости построено князем Алексеем. Пристройки и переделки турецкого времени ясно видны. В частности, построенная перед рвом круглая башня с воротами. В Коломите много искусственных пещер. Верхние, наиболее старые пещеры были связаны с обороной, казематы, а нижние, появившиеся позднее, имели чисто хозяйственное назначение. Центральные пещеры, особенно в западном обрыве скалы, представляли собой небольшой монастырек. Он был связан лестницами и переходами как с окружающим Коломиту поселением, так и с территорией самой крепости. В соседней с юга скале, так называемой Загайтанской, сохранились остатки более 300 искусственных пещер, расположенных 9 ярусами. Здесь имеется несколько пещерных церквей, под обрывом и на склоне следы большого поселения. Напротив Коломиты, на левом берегу реки Черной, у каменоломного оврага, имеются остатки еще одного пещерного монастыря. Челтер и Шулдан. Над деревней Терновка, бывшая Шулю, в обрыве второй горной гряды, издали с дороги Красный Мак Терновка, видны 4 яруса искусственных пещер. Это пещерный монастырь Челтер, возникший в конце 8 или начале 9 века и просуществовавший, по-видимому, до татаро-монгольского нашествия. Здесь более 50 разнообразных крипт. Наиболее интересна пещера во втором ярусе, где имеется церковь, и в другой стороне того же помещения винодельня, высеченная в скале Тарапан, давильня для винограда. Заросли древнего одичалого винограда вокруг монастыря, как и во многих других местах, привлекают пристальное внимание специалистов. Кафедра виноградарства и виноделия Крымского сельскохозяйственного института ведет исследования по использованию этих растений в качестве селекционного материала для создания новых местных сортов винограда.
Пройдя от Чилтера вдоль скалы около 1,5 километров на восток по направлению к Мангупу, можно осмотреть остатки еще одного небольшого пещерного монастыря – Шулдан. Большинство его пещер разрушено, однако хорошо сохранился просторный и высокий пещерный храм со следами фресок и епископским креслом в алтаре, что указывает на особое значение этого маленького монастыря, удобно расположенного недалеко от Мангупа и Эскикермена. Чрезвычайно интересно сопоставление этих двух памятников. Чилтер представляет собой образец небольшого монастыря, обитатели которого были заняты преимущественно хозяйственной деятельностью. Шулдан, судя по характеру большого храма и окружающих его помещений, играл иную роль. Возможно, он служил резиденцией епископа. Чилтер же, расположенный близко от Шулдана, может являться его подворьем или чем-то вроде подсобного хозяйства, обслуживавшего двор епископа. Эскикермен и Кызыкуле. Эскикермен – длинная столовая гора, на которой стоят развалины средневекового городища. Находится около села Крепкое, бывшее Черкес-Кермен, Бахчисарайского района. Постройки Эскикермена относятся к двум периодам. К VI-VIII векам, когда функционировали оборонительные сооружения городища, и IX-XV векам, когда Эскикермен представлял собой большое, почти незащищенное поселение. К главным воротам города ведет по трем высеченным в скале маршам дорога. У поворота с первого на второй марш справа и у третьего верхнего марша высечены в скале храмы и могилы. Дорога приводит к главным городским воротам, широкому коридору, прорубленному в скале, который был перекрыт надвратной башней часовней. Справа от ворот большой пещерный храм, сооруженный одновременно с крепостью. Наверху с обеих сторон ворот следы оборонительной стены. На западных обрывах Эскикермена находится большой пещерный каземат, боевое сооружение, характерное для средневековых городищ юго-западного Крыма. К западу от каземата расположен комплекс зерновых ям, относящихся к раннему периоду существования города. Над казематом следы часовни X-XIII веков. На восточном краю городища почти на каждом выступе скалы устроены такие же оборонительные казематы, откуда метали стрелы, сбрасывали камни, лили смолу или кипящую воду. В систему оборонительных сооружений включен небольшой храм Успения, назван по сохранившейся в ней фреске. Подле него уцелели остатки раскопанной в 1928 году оборонительной стены, которая примыкала к пещерному каземату. В 200 метрах далее по обрыву восточная калитка и целый ряд защищавших ее сооружений. Калитка вела к большому городскому кладбищу, расположенному на юго-восточных склонах горы. Здесь раскопаны погребения от 5-6 до 13 века. На территории кладбища в отдельной глыбе известняка высечена церковь, в которой сохранились остатки фрески, изображавшей трех юношей-всадников – Георгия Победоносца и двух других неизвестных святых. Фреска относится к XII или началу XIII века. Выше восточной калитки на плато остатки открытых раскопками городских усадеб XII-XIII веков. Они погибли от пожара при разгроме Эскикермена ордами Нагая в 1299 году. Однако и после этого Эскикермен еще продолжал оставаться значительным, хотя почти неукрепленным поселением. Его усадьбы были невелики и типичны для юго-западного Крыма XII-XIII веков. Каждая из них занимала 150-200 квадратных метров. Их жилые постройки походили на дома Херсона. Как правило, они были двухэтажными и выходили фасадом на улицу. Как и в Херсоне, нижний этаж отводился для хозяйственных или ремесленно-производственных нужд, а верхний – под жилье. Все здания строились из камня, скрепленного глиняным раствором. Пологие крыши покрывались плоской черепицей. К северу за раскопанными усадьбами в густых зарослях скрыты руины широко известной Эскикерменской базилики. Она построена в VI веке, но позднее перестраивалась. После разрушения в конце VIII века или начале IX века ее территория превращается в кладбище, а в юго-западной части основного помещения строится небольшая часовня,
просуществовавшая до последних дней Эскикермена. Невдалеке от базилики, на восточном краю обрыва, находится так называемый осадный колодец с входом в виде большого прямоугольного люка. Шестимаршевая лестница в скале ведет в каптажную галерею, где накапливалась вода. Емкость каптажа до 70 кубических метров. При верхнем марше лестницы слева находится пещерный каземат, который защищал наружные подступы к колодцу. По-видимому, когда хазары покорили крепость, они сохранили это важное для обитателей Эскикермена сооружение, но пробили большое отверстие у нижнего марша лестницы, сделав колодец доступным снизу. За осадным колодцем на плато остатки ограды, которая отделяла жилые кварталы от пустыря. На нем, как полагают, была торговая площадь. А в момент опасности здесь могли найти укрытие жители окружающих Эскикермен селений со своим скотом и движимым имуществом. Пустырь заканчивается на севере острым мыском и благоустроенным спуском вниз. Здесь была северная калитка крепости. Спустившись по лестнице на небольшую площадку и перешагнув через расселину, попадем на высеченную в скале дорожку. Не спускаясь вниз в долину, нужно подойти вплотную к возвышающейся с севера скале и найти здесь замаскированный выступом ход в дозорное укрепление. Род коридора с небольшим пещерным казематом и площадка на скале, куда ведет лестница. Отсюда хорошо был виден неприятель, если он шел с севера. На западном краю плато Эскикермен раскопками открыты остатки оборонительных стен, башен казематов и западная калитка. На северо-запад от Эскикермена на соседней скале стоит башня с воротами. Это Кызкулья, небольшой замок 11-14 веков. К нему ведет тропа из села Крепкая. Замок почти не изучен. С восточной стороны башенных ворот открыта небольшая христианская часовня с погребениями. Само село Крепкое носит следы глубокой старины. В ущелье, где оно расположено, имеется много естественных и искусственных пещер. Всюду на территории села встречаются обломки средневековой глиняной посуды. В верховьях ущелья за деревней на выступающем мысу высечена в скале небольшая церковь с остатками фресковой живописи 12-14 веков. Для того, чтобы попасть в церковь, надо взойти на мысок, обогнув его по тропе справа. Церковь эта известна в литературе под именем «Храма донаторов». Донатор – лицо, на средства которого была построена церковь. В данном случае княжеская семья, изображенная на стене храма слева при входе. По-видимому, деревня вместе с храмом принадлежала замку Кызкуле, а склеп рядом с входом в храм мог являться родовой усыпальницей хозяев замка. Сюренская крепость. Сюренская крепость стоит на высоком скалистом и узком мысу над селом Малосадовое. Бывший Кучук-Сюрен на левом берегу реки Бельбек, близ шоссе Бахчисарай-Ялта. Идти к укреплению надо по балке с западной стороны мыса. По пути можно осмотреть небольшой пещерный монастырь Челтер-Коба, находящийся в западном ответвлении балки. Его пещеры высечены в обрыве, напротив которого у подножия скалы находятся остатки винодельни. 13 полуразрушенных давилин для винограда. В верховьях ущелья следует свернуть налево. Вскоре покажутся развалины высокой и довольно узкой ограды, сложенной из бута насухо. За ней, по-видимому, находятся остатки небольшого поселения, а затем идет крепостная стена, в центре которой стоит круглая башня, построенная не позднее 8 века. Подняться на нее можно по каменной лестнице. С западной стороны башни вылазная калитка. Ворота крепости и восточная сторона башни рухнули. В 1949 году она была подкреплена контрфорсом. Хорошо сохранился ее купол. Во втором этаже башни, видимо, в более позднее время была устроена часовня, о чем свидетельствуют остатки средневековой фресковой живописи. Качи-Кальон. В долине реки Качи на ее правом берегу, близ села Баштановки, бывшей Пички, у самой дороги из Бахчисарая в поселок Крымский находится пещерный монастырь Качи-Кальон. Огромный нависающий обрыв и крупные каменные глыбы на крутых склонах иссечены множеством искусственных пещер. На повороте скалы к югу
открывается большой грот с двумя ярусами вырубленных в нем жилых помещений. Обширный выступ скалы перед ним был занят в IX-XIII веках монастырем, как и весь грот с источником, который считался целебным и священным. На склонах вокруг монастыря располагалось средневековое поселение. На его территории и в некоторых нижних пещерах до сих пор сохранились большие винодельни, их более 70. Напротив монастыря, на левом берегу Качи, на скалистом мысу Бурункая, находятся остатки мощной стены из дикарного камня, отсекающей конец мыса. Укрепление окружено развалинами жилых построек и сильно разросшимся лесом. В раскатах камня попадаются обломки глиняной посуды X-XIII веков. Вся эта группа памятников представляет собой целостную и яркую страницу истории средневекового Крыма. Кыс-Кермен и Тепе-Кермен. В самом Бахчисарайском ущелье к юго-востоку от Бахчисарая находится целая группа средневековых памятников V-XV веков. От ворот Бахчисарайского дворца-музея нужно свернуть направо, пройти мимо почты, выйти за город на плато, господствующий над ним с юго-востока, и пересечь его по направлению к горе Бешиктау, Колыбель-гора, силуэт которой издали напоминает четырдак в миниатюре. К северо-западу от Бешиктау видна третья горная гряда. Вдоль нее по широкой долине с северо-востока на юго-запад шла в древности, как и теперь, дорога к Херсонесу. У восточного края горы откроется вид на верховье реки Качи и главную гряду Крымских гор, за которой укрыт южный берег. От плато восточнее Бешиктау выступает к югу длинный скалистый мыс. На нем находятся развалины укрепления Кыс-Кермен, девичья крепость, вероятно, первоначально Кос-Кермен, то есть дозорная крепость от татарского «коз-глаз». Левее вздымается, как остров, каменная круча Тепе-Кермен, на плоской вершине которой остатки средневекового замка. Чуть левее, к северо-востоку, виднеются развалины городища Чуфут-Кале. Раннесредневековое городище Кыс-Кермен, где недавно проведены небольшие археологические раскопки, просуществовало до конца IX века нашей эры. Оно было защищено стеной, сложенной из крупных камней. В настоящее время почти весь камень расхищен, и стена выглядит как высокий каменный вал. В черте города видны следы нескольких улиц. Застроенная часть городища занимала всего около 1/3 его площади. Вся южная его часть, теперь заросшая лесом, в средние века, как обычно, использовалась для стоянки торговых караванов в мирное время и для укрытия жителей окрестных поселений в случае нападения неприятеля. В западном углу городища, неподалеку от примыкающего к обрыву конца оборонительной стены, был потайной спуск в ущелье. Видны остатки лестницы, вырубленной в скале. Дорога вдоль восточного края плато ведет к северу от Бешиктау, а к югу от нее отходит тропа, которая через расселину в обрыве и глубокую балку приводит к седловине у северной подошвы Тепе-Кермена. Когда-то отсюда поднимались на вершину горы три марша дороги. По-видимому, на Тепе-Кермене сначала было небольшое раннесредневековое убежище, позднее превратившееся в феодальный замок. Раскопки здесь еще не производились, зачищена только большая пещерная церковь на северо-восточной стороне обрыва. Пещеры на западной и южной его стороне напоминают казематы Мангупа и Эски-Кермена. На Тепе-Кермене, особенно в центре плато, проступают еще не раскрытые археологами кладки каких-то построек. Пещеры Тепе-Кермена, их около 300, расположены преимущественно у подошвы обрыва. Непосредственного доступа к ним из крепости не было. Почти все они служили загонами для скота, который, вероятно, составлял главное богатство обитателей этого укрепления. Под обрывом на южной стороне горы видны остатки церкви с могилами, высеченными в скале. Когда-то мимо них поднималась на Тепе-Кермен дорога из долины реки Кача. Чуфут-Кале и Успенский монастырь. Чтобы пройти от Тепе-Кермена к Чуфут-Кале, нужно вернуться на дорогу с северных склонов Бешиктау и выбрать среднее из трех ее ответвлений. Сделав несколько петель, полевая дорога приводит к древней дороге на Чуфут-Кале,
проходящий по южному краю Иосафатовой долины. Дорогу легко распознать. На скале хорошо видны глубокие вековые колеи. С дороги просматриваются руины жилых построек Чуфут-Кале и примыкающие к обрыву оборонительные стены города. Из них левая, более ранняя стена, отмечает границу его старой части, возникшей в конце 10-11 веков нашей эры. Правая стена защищала более позднюю, новую часть города, построенную на рубеже 14-15 веков. Старая стена и главные городские ворота сложены из крупных каменных блоков. Перед стеной был вырублен в скале крепостной ров глубиной до 2 и шириной до 4 метров. Обнаружены остатки гончарного водопровода. Среди отдельных находок значительный интерес представляют три крупные раннесредневековые капители, уже не один раз использованные и неизвестно откуда и как сюда попавшие. У западного подножия горы, на которой стоит крепость, велись исследования могильника 6-8 веков с захоронениями в земляных склепах. Многие погребения дали интересный материал. Сосуды, поясные пряжки, женские украшения и тому подобное. Но этот могильник никакого отношения к городищу не имел. Он принадлежал более раннему поселению, расположенному ниже по балке. Старый город возник, как полагают, после гибели Кыз-Кермена. Он стоит на развилке дороги из степей к Херсонесу и к перевалу Кибит-Багаз, через который шел путь на южный берег. Миновав ворота старого караимского кладбища, мы подойдем к новой, то есть не ранее 13 века, оборонительной стене Чуфут-Кале с воротами, перекрытыми аркой, на которой стояла башня. На широком ровном пространстве возле стены и ворот находилась рыночная площадь. Если ворота заперты, можно спуститься в долину и по тропе пройти к, как всегда, открытой железной калитке, устроенной в щели между скалами. В средние века здесь проходили пешеходы с вьючными животными. На территории старого города сохранились развалины домов. Хорошо видны улицы, переулки, площади. Если следовать главной улице, можно осмотреть по пути две караимские кенасы – молитвенные дома. Одна из них 14-15 века, другая 18 века. Неподалеку от кенас слева развалины мечети 14 века. Еще дальше мавзолей. Он был построен в память Ненекеджан Ханым, по одной версии дочери хана Тахтамыша, по другой матери хана Хаджи Девлетгирея. За мавзолеем открываются старые городские ворота и оборонительная стена 9-11 веков, за которой лежит новый город. До появления второй оборонительной стены около первоначальной сохранялось пустое пространство. Здесь был вырублен в скале глубокий ров, который заполнялся водой и усиливал оборону города. После того, как была построена вторая стена, жилые здания нового города подошли вплотную к старой. В XVI веке к ней был пристроен монетный двор, и его остатки хорошо видны. С юго-западной стороны в первоначальной стене Чуфут-Кале заметен большой пролом, позднее заложенный. Это место выделяется кладкой иного характера. Вероятно, стена была пробита при штурме города татарами в 1299 году. Северо-восточный фланг старой оборонительной стены изучен лучше. Здесь обнаружена вылазная калитка, перед ней малый ров и прямоугольная выступающая вперед башня. Под башней, от которой осталась только площадка, была широкая искусственная пещера с подпорным столбом посредине. Позднее, когда вся эта оборонительная система утратила свое значение, большой ров сначала был использован в качестве стойла для скота, в его восточной стене вырублены ясли, а затем был засыпан и застроен жилыми домами. В это время малый ров был превращен в подвальное помещение дома, построенного над ним. Раскопками обнаружены остатки хлебной печи, жома для приготовления сыра, врубленный в скалу камин. Лестница в восточном конце рва ведет в большие пещеры 17 века, которые являлись продолжением хозяйственных подвалов здания, выстроенного над малым рвом. На территории нового города интересны хорошо сохранившиеся караимские дома. Часть их относится к 18 веку, которые использовались вплоть до наших дней.
Чтобы вернуться в Бахчисарай, надо покинуть Чуфут-Кале через ту же калитку с железной дверью и идти по дороге мимо фонтана Газы-Мансур через тенистую ореховую рощу, что на левом берегу пересыхающего летом ручья. Дорога идет вниз по балке Майрум-Деге, овраг Марии. На ее противоположной стороне заметны следы раскопок. Здесь находится вышеупомянутый могильник 6-8 века, принадлежавший большой средневековой деревне, которая занимала всю нижнюю часть балки перед Бахчисарайским ущельем на территории нынешнего дома инвалидов. От поселения, носившего имя Майрум, остались многочисленные искусственные пещеры в скалах и отдельных глыбах на склонах балки. За воротами историко-археологического заповедника дорога повернет влево к пещерному Успенскому монастырю, основанному в конце 8-го и начале 9 веков и просуществовавшему около 1000 лет. В конце 18 века духовенство этого монастыря и митрополит, резиденцией которой он являлся, сыграли главную роль в идеологической подготовке и осуществлении переселения православного населения Крымского ханства на пустовавшие земли Новороссии. Так назывался тогда юг Украины с Причерноморьем и Приазовьем. Цель мероприятия состояла в том, чтобы экономически ослабить Крымское ханство, так как христианами были почти все его земледельцы и ремесленники. Выходцами из Майрум-Дере был основан город Мариуполь, современный Жданов. Переселенные из Крыма жители других поселений основали на новых местах около Мариуполя села, носящие до сих пор свои старые имена – Ялта, Керменчик, Ласпи и другие. Изучение языка, топонимии и этнографии населения этих сел дает ряд сведений, необходимых для понимания истории средневекового Крыма.